Гороскоп на 21 сентября. У овнов может возникнуть масса интересных идей. Покровители будут помогать в дела, и при их участии состоится поездка, которая сложится успешно. Заручитесь поддержкой в самых высоких кругах, и тогда вы сможете воплотить все идеи в жизнь без промедления. У многих тельцов на работе грядут перемены. Важно, чтобы они не застали вас врасплох. В сложной ситуации, возникшей на работе, не получится разобраться сразу. У близнецов в финансовой сфере день обещает быть благополучным. Доходы растут, но резких финансовых взлетов не ждите. Финансы окажутся в порядке, если вы станете откладывать часть из заработанного в копилку. Не исключено, что заслуги и трудолюбие раков будут оценены по достоинству. Наибольшие успехи сейчас ждут студентов и научных работников. Проявив изобретательность и настойчивость, представители этого знака способны многое в своей жизни изменить в лучшую сторону. Принимая решения, львы будут руководствоваться не только чувствами, но и здравым смыслом. В деловых контактах многие проявят честность и надежность. Вторая половина дня может оказаться для дев исключительно благоприятной для перемен, хотя вам и нелегко будет сделать выбор. Не бойтесь перемен. Ваша осторожность, граничащая с консерватизмом, может стать препятствием на пути к успеху. Положение планет внесет в жизнь весов элемент везения. Представятся хорошие возможности в учебе, на службе или в личной жизни, и очень важно их не упустить. В любых делах старайтесь обойтись без посторонней помощи. Скорпионы сегодня могут проявить интуицию и прекрасные аналитические способности. Они будут нацелены на общее благо и на заботу о партнере. Семья для них превыше всего. Интеллект стрельцов в это время значительно обострится. Возрастет их подвижность, появится легкость в решении самых разных проблем. Всегда помните, что ваше стремление к успеху важнее всего на свете. Многим козерогам предстоят расходы, связанные с запросами подросших детей, но это не будет вас раздражать. Скорее всего, может ранить их возможная неделикатность. Перед людьми, родившимися под знаком Водолея, открывается большая дорога к жизненным успехам, что принесет известность, богатство, уважение в обществе, получение наград. Не исключена возможность повторного брака. Финансовые возможности могут позволить рыбам приобрести мебель для дома, о которой они давно мечтали. Пересмотрите свое отношение к бытовым делам и включите их в более перспективную систему координат.